Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по инвестпроекту BTC Investment. Прежде всего, когда я захожу в кабинет, в этот инвест, я просматриваю отзывы. Это в первую очередь. Вот. Смотрю число, видите, 03-09, значит, выплаты идут, проект работает, проект радует. Вот. Ну, 2000, вот 11 рублей. Все работает, все платит. Ну, а я хочу заказать вывод очередной. Значит, вывести средства. У меня 88.60. Вывод здесь инстантом. Так, 88. Так, точка 60. Пэйр у меня по умолчанию. И смотрим. Вот у меня тут выводы все мои. Значит, нажимаю вывести. Так, ошибка IP-шлюзы. Что это значит? Угу. Выплата произведена. Проверьте кошелек. Что-то у меня с IP было. Не того. Ну что, давайте перейдем на Pair. 8776 BTC Investment. Дата 03.09.2018 года. Значит, 0 минут. Проект работает, проект платит. Все замечательно. Я очень довольна таким проектом. Ну, прошлый проект отработал сколько? 17-18 дней. Будем надеяться, что и этот, конечно же, хотелось бы. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!